Всем привет, ребят! Ну что, решил я сделать новую сборочку для Фреи. Какую именно, сейчас я вам покажу. Это будет у нас девятая жива, ребят. Девятая жива. Я с пактом вам показывал. Ну, я последнее время вам показывал, что Фрейки там и другие герои, если они оживают много раз, реально будут очень круто тащить. И у нас сегодня будет именно такая вот сборка. Не буду я ей ставить там никаких бравлеров. Попробуем поставим ей, давайте, наверное, даже утикаху. Не, давайте выживание сначала поставим. Вот такой вот вариант. И посмотрим, насколько она сможет тащить и сколько она сможет прожить против других героев. Так, то есть соберем мы ее, по сути, каменка там, остальное там ей нафиг не надо. Мы собираем ее чисто, чтобы она дольше выживала. Так, окей, поехали. Вот она у нас на таблеточке уже стоит. Поехали ее запустим где-то. Можно будет такую же попробовать с утеканием поставить, повоевать. А с утекахой попробовать повоевать на битву гильдии. Как она будет тащить? Будет тащить, не будет тащить. Очень тоже интересно посмотреть. В общем, смотрим, сколько она сможет продержаться. То есть ее основная задача — это слиться вот так вот. Падла сливается. А это она бракованная, блин. Выживание хоть сработало вовремя, хоть раз вовремя сработало. Конечно, в таком случае, возможно, лучше даже ее клон поставить. Ну, смотрим, сможем ли мы реально продержаться. Урона, конечно, у нее в такой сборке нет. Но держится она, вам, я вам скажу, очень даже неплохо. Минуту 30 уже продержалась. Можно, кстати, ей еще и хранителя леса поставить. Она у меня собрана чисто под архидемона для фарма. Надо будет потом поменять чары перед атакой фортов. Так, время Асурика. Вот, выживание сработало опять. Супер. Да добейте уже того Сурика. Ну посмотрите, ребят, она реально выживает. Любая другая Фрея бы уже давным-давно слилась. Но тут интерес, сможет ли она простоять 3 минуты. Держись, держись. 32 секунды осталось. Блин, ну не знаю, мне нравится. Вроде и сборка не особо топовая, но вы попробуйте на такую фрейю убить, там, допустим, в забытой, например. Это будет нереально просто. За 30 секунд ее слить. 3 минуты, ребят. 3 минуты мы нормально так продержались. Ну-ка, поехали дальше. Интересно, интересно. Все, конечно, зависит от героев, но вот Фрэнки. Тут, конечно, ее, наверное, быстрее ушатают. Тут с воодушевлением. А где Фрэнки? Я что-то не вижу. А, вон он. Тридцать секунд.
Так, ладно, хорошо, с этим такое с выживанием, в принципе, неплохой вариант. У Тикаха тоже будет очень хорошо. Давайте попробуем и просто поставить против зеленых вот так вот. Так, у нас архидемон уже, в принципе, прошел. Давайте попробуем что-то выролить интересное на урон. О, вот, кстати, вот смотритель, хранитель Реса. Интересно будет тоже посмотреть. Так, хорошо. Давайте еще разок в рейтинг сбегаем. Что-то как-то быстро. Просто куча урона и все. Как-то бестолково и ни туда, и ни сюда. Ладно, уберу этого бравлера. Нафиг. Так. Знаете, что и будет интересно посмотреть? Этот блокирует, в принципе, особо толку не будет. Давайте ради интереса вот так вот сделаем. Не будем ее на урон собирать. Вот чисто такой вариант от хила. Поехали в ЗБшку. Вот какой-то с лазуликсом есть. Я надеюсь, он там на вторых эволюциях. Да, отлично. Вот, кстати, там тоже есть Фрея. Сейчас и посмотрим. Так, ну тут масса ее просто слили. Молчанку кинули и все. И на этом все закончилось. Ничего себе жаба. Посмотрите, какая там жаба у меня живучая. Командора даже. Интересно, интересно. Давайте еще разок нападем вот так вот. Даже не так. Так и так. Так, понятно. Первых слили. Смотрим дальше. Так, Асура, Командора. Ну ты хилиться будешь или нет? Видите, все-таки надо ей от стана что-то ставить, потому что нереально, ее просто станет, она ничего не может сделать. Ну, плюс-минус держится хорошо, но от стана надо ей. Сейчас закончим, попробуем. Ей знаете, что поставить? Слона. Уберем такой отхил, в принципе. Попробуем поставить слоника. Может, эта сборочка будет получше смотреться. Так, хорош. Ну, теперь, ребята, поехали. Да, все равно ее сносит. Ну, ПБшка, блин, ПБшка мешает реально. Давай, жаба, тащи. Ну, тут череп с разбросом, это просто, ребят, нечто. Реально очень прикольный.
Так, еще один лазулей. Ну, тут лазули, наверное, нас сейчас сушат. А, это слабенький. Это немножко не то. Так, ну и что у нее по отхилу? А даже эти ушатали, смотрите. Она вроде и хиляется, но просто не успевает. Короче, создали ему бесполезное существо. Конечно, не бесполезное. Она будет реально очень круто смотреться на максимальной прокачке с 20-м прорывом на атаке фортов. Думаю, там она будет просто неубиваемая. Надо будет еще и выживание ей поставить. Реально там ее нереально будет слить. Ну а так, такое себе. Я бы не сказал, что она особо там мега имбовая в такой сборке здесь. Возможно, и порочный пакт поставить, как вариант. Может, тогда она будет получше. Но, как видите, от стана зеленый смотритель. Не, хотя у нас тут нету зеленого смотрителя, но ее как-то слили очень быстро. Вроде шту поставил. Странно. Очень-очень странно. Череп просто красавчик. Зарешал. И слился. Так. Ну давайте попробуем еще где-то в рейде зацепиться такой сборочкой. Посмотрим хотя бы на отхил, что она может делать. Очень интересно на это посмотреть. Так, и что у нее с отхила получается? Ну, такой вот вариант, нереально будет ее убить, если она зацепится где-то на вражескую Фрею. Такое, не знаю, пока честно скажу. Вроде казалось бы интересно, потестим, думаю, ее уже на атаке фортов. Там будет поинтереснее на нее посмотреть, что же она все-таки сможет. Давайте еще попробуем. Нафиг эту утикаху, просто пакт ей воткнем. На максималке. Смотрим. Не получится у нас. Так хоть урон хоть какой-то есть. Но с отхилом туда проблема. Да, видите, они ее разряжают, не успевает она зарядиться. Отхила нет. В общем, и не туда, и не туда. Непонятно. Надо будет все-таки ее затестить уже на битве гильдий. Потестирую. Пишите в комментах, хотите увидеть ее на битве гильдий. Ждите следующего обзорчика, посмотрим. Думаю, мы не полностью открыли ее потенциал. Посмотрим. Все, всем удачи, всем пока.